А? Походу ЧВК ходит. Ну как ходит? В туалете стоит. Вот он вал. ВСС, точнее. Блять, я даже не вижу его. Все, хана мне, ребят. Грудь черная. Может, не хана. Грудь дотекла, бля. Надо валить на выход. Так. Ты не будешь хромать, и тебя не убьют на какой-нибудь перебежке. Осечка! Серьезно, игра! Бля, чат. Я даже вроде попал по забралу ему, но если бы у меня оно не заклинил, я бы ему еще больше настрелял по лицу. Блять. Да идите его нахер, бля. Почему все по мне стреляют? Попадут вам тут всем залетные. Давай, мочи! Осечка, чат. Осечка. Третья за сегодня уже. Просто убить изичного чела, который бежит на меня из кустов. Осечка. А кого я убил? Простите. Кто-то бежит. ЧВК, скорее всего.
Нифига у вас тут народу. Что? Там ЧВК сейчас прошел. Блять, походу, да. Так и думал, что он там спрячется сейчас. Оптика есть, друг? К сожалению, нету. Оптику. Товарищи. Вы что, все без оптики ходите? Что вот так-то, ну? Надо того типа идти как-то убивать, а потом уже заниматься лутингом. Что, соклан? Скорее всего, соклановец. Клановцы обожают сидеть на месте и шевелиться. Вот, бля. Смотрите, значит, на старую он не, ну, не должен был идти, да? Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Раз там боты ходят, значит, он туда не уходил. Бот по мне через стену стреляет, как бы. А, подожди, он не по мне стреляет. Не говорите, что левый выжил. Выжил. Умри, пожалуйста! Почему ты не регаешь, блять? Не, это не оружие. Оно тупо не регает, чат. Я удивляюсь, почему люди не умирают. Оно не регает. Оно, блядь, не регает просто. Ой, блядь, я походу минус. Нет, живу пока. Какая сегодня? Пятая, шестая осечка, блядь. Про что такой калаш, чат? Не берите. Нет, это вообще какой-то левый чел. Вот она СОД, кстати, которая бахала по мне.
Но вот это СВД, это точно чел, который был с ними за компанию. Потому что они изначально все бежали вместе. Еще один какой-то. Вообще капец. Нахер он меня рашит? Фух. Пятерых. Подскажите, как удалить эту игру, пожалуйста, чат. Есть у кого-то информация? Если бы я сейчас умер от этого типа, я отвечаю, я бы удалил Тарков нахер просто. Отсечка зависит от патрона. Но я сегодня стрелял с Хеклера, у меня два раза заклинил Хеклер. Один раз заклинила Сайга. Вы мне говорите, бери калаш, калаш не заклинит. Я взял калаш, он заклинил. Там решальные, что ли? Кто-то здесь по дереву медленно ходит. Блять! Там еще один! Ты чё? Здорово. Что за патроны там у тебя заряжены? Это два друга, походу. Два бэмби. Вон там в трешке стреляется, надо в трешку идти. На старый тоже стреляются. А? Ну нахер. Там тоже вектор у него. Уже очень больно. Так, а вот тут три шаловских покрошил.
Слушайте, да, он где-то выжил. Вот видите, кровь. И здесь кровь. Он отступил и похилился куда-то. Окружаем его. Все, поехали. Я убил его. Я его убил. Но я его не увидел на этом склоне. Зараза. Или он на первом был все это время? Что-то я по звукам вообще сейчас не понял. Почему ты не стреляешь оружие? Я думал, она опять заклинила, прикиньте. Что ж с игроками-то стало в этой игре? Чат! Почему они вот так именно отыгрывают? Что такое? Быстрее, быстрее. И двое. Найс! Nice. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.